Добрый день, друзья. Меня зовут Ариф. Я занимаюсь развитием новых направлений в компании U-Trace. Сегодня я хочу вам рассказать о нашей новой услуге – представление операторов обмена для систем маркировки. Наверняка вы уже завершаете внедрение вашей системы маркировки или прослеживаемости готовой продукции, а может быть, только приступаете к реализации проекта. В любом случае, важно понимать, что проект когда-нибудь закончится, и с момента регулярного бизнеса вам потребуется контролировать обмен данными между системами и взаимодействие между партнерами. Это очень важно, потому что стабильность информационного обмена и стабильность взаимодействия с МДЛП позволит вам избежать многомиллионных штрафов и репутационных издержек. А самое главное, данные на стыке систем никто не контролирует, поэтому компаниям необходимо привлекать дополнительные ресурсы для решения этой задачи. Мы уже нашли и подготовили для вас десятки специалистов, готовых в режиме регулярной деятельности обеспечить стабильность вашего информационного обмена. В результате вам не нужно увеличивать штат сотрудников или делегировать рутинную работу вашему текущему персоналу. Наши операторы обмена свяжут ваш бизнес, технические системы и партнеров в единый информационный механизм. У наших специалистов есть большой набор инструментов, включая доступ в интеллектуальную базу знаний, в которой аккумулируется большое число кейсов, которые позволят решать ваши проблемы значительно быстрее. Когда лучше начать привлекать таких специалистов? Мы рекомендуем делать это уже с проектных активностей, а именно с тестирования. Это позволит нашим специалистам не только наполнить базу знаний нужными и необходимыми кейсами, которые соответствуют бизнес-процессам вашей компании, а также помочь вам с самим тестированием. Мы в компании U-Trace готовы проконсультировать вас по вопросам операторов обменов и подобрать наиболее оптимальное предложение.